осталась только одна тарелочка. Это будет для приготовленного мяса. Я люблю оливки просто. Давай. Дюшенька, у меня трясутся ручки. Записываешь? Да. Ну... ты потом вырежешь. Хорошо. Ну, на глазах фокус. Ну, там тоже есть зеленые. Хорошо. А ну смотри на огонь. А, там свет. Угу. А получается, если я меняю кадр, то мне надо заново фокус выстраивать или что? Если ты отходишь, ты же расстояние фокусировки выставила. Если ты меняешь дистанцию, то да. Или и объект. Что, это каждый раз надо крутить? Да. Зачем тебе эта фотография? Геморрой. Ты снимаешь? Ну, ты весь зеленый. Это ок? Да. Смотри, где вынырнула. Ты не хочешь себе красную оправу? Красную оправу? Да. Нет. А коричневую? Не думала об этом. А есть еще такие оправы в виде принта животных. Такие леопардовые. Это модно. Леопардовая оправа? Да. А одень очки. Только я закрою глазки. Хорошо. Потому что я не знаю, как ты их носишь. Ну, одень и повернись на меня. А если будет некрасиво? Одевай. Ух ты, как классно. Круто. Что, заказываем? Смотри на меня. Открой глаза на секунду. Смотри, какая уточка. Утонула. Она утонула, смотри. Костя, ну посмотри. Смотрю. Нету уточки. Ну была же. Где? Где уточка была? А, вот, вот. Она, наверное, там вынырнула. Вот, вот, смотри, она еще раз нырнула. Вот, там.
Маришка. Там птичка орёт.